11 июня детский лагерь «Металлург» в Феоктоне распахнул свои двери для первого в этом году потока отдыхающих. Уже 55 лет лагерь принимает у себя ребят. К этому летнему сезону готовились особенно тщательно. На открытии побывала и моя коллега Белла Бекоева. В 40 километрах от Владикавказа, в самом сердце Феоктона, расположился детский оздоровительный лагерь «Металлург». Здесь красивая природа, чистый горный воздух, все условия для того, чтобы активно отдыхать и заниматься спортом. Первый поток – 180 счастливчиков со всей республики. Самым маленьким всего по 7, старшим – по 14. За пару часов успели подружиться и уже делятся первыми впечатлениями. Мне этот лагерь очень сильно понравился, я тут уже третий раз. Надеюсь, еще буду приезжать, мне тут очень сильно нравится. Вожатые, как мамы, повара очень вкусно готовят. Тут очень красиво. Интересно, весело. Уже успела подружиться со всеми. Очень интересные девочки и вожатые. Ну, с мальчиками еще не ознакомились, к сожалению. 19 дней в совершенно особом режиме. Кто бывал в детских лагерях, поймет, тут своя интересная жизнь, совершенно не похожая на обычную. Тут и дружится иначе, и отдыхается по-другому. 10 отрядов, экскурсии, спортивные мероприятия, познавательная и развлекательная программы. Эдакая квинтэссенция всего самого захватывающего. Работники лагеря рассказывают, к каждому сезону готовятся максимально ответственно. Все работы, которые мы намечали, они выполнены. Отремонтированы корпуса, на территории полностью сделана обрезка, бассейн приведен в порядок, определились с кухонным утварем, полностью закупили мы все, что необходимо, так, как нам рекомендовали специалисты Роспотребнадзора. Вожатые и воспитатели в основном студенты республиканских вузов. Все прошли специальную подготовку. Это семидневные семинары, по окончании которых молодые ребята получили сертификаты. В семинарах нам рассказывали о том, в основном о психологической составляющей ребенка, как за ним следить, какие подходы к нему можно найти. Также нам предлагали варианты игры, варианты викторин. Варианты каких-то насыщенных программ, которые мы раньше не знали. Это лето для отдыхающих в «Металлурге» будет особенным. В этом году лагерю исполняется 55 лет. Руководители лагеря готовят незабываемые каникулы. Ребят ждет насыщенная программа и интересные встречи. И это далеко не все. В администрации обещают, будет много сюрпризов. Белла Бекоева, Заур Кудзаев, Новости Осетии.